Хорошо. Ничего страшного, если пропустите оборот. Это часто бывает. Приготовьтесь и прыгайте. Мы все время от времени пропускаем прыжки. Если разогрелись, повтори. Ладно. Теперь смешанные вращения по очереди. Прекрасно. Остановимся на пару минут, возьмем скакалку, вытянем, положим на пол перед собой. Поставим ноги врозь пошире, глубоко вдохнем. 4, 3, 2, 1, вдох. Еще раз. Повторим еще раз. Вдох. Прекрасно. Положите руку на бедро, наклонитесь в бок, обопритесь о бедро. Помните, такие растяжки – очень важный элемент тренировки, не пренебрегайте ими. Прекрасно. В другую сторону, рука вверх, другой рукой обопритесь о бедро. Очень хорошо. Повернулись в сторону, правая нога впереди, внимание на заднюю поверхность бедра, наклон вперед, снимите напряжение с поясницы. Это очень полезно для задних мышц бедра, квадрицепсов, коленей, сухожилий, растягивает все тело. Присядьте на ногу, которая сзади, и возьмитесь за пальцы другой ноги. Сейчас вы чувствуете напряжение в голени, в мышцах правой голени. Выпрямитесь, поверните правую ступню вперед, в другую сторону, обопритесь на бедро, наклонитесь вперед. Вытягивайте туловище. Хорошо. Теперь присядьте на заднюю ногу, перенесите вес, выпрямите руку, возьмите за носок, растяните голень. Если вы не дотягиваетесь до носка, не расстраивайтесь. Со временем ваша растяжка будет увеличиваться, в этом вся идея. Чем больше будете упражняться, тем лучше получится. Хорошо, выпрямились. Потрясите ногами, переминаясь с носка на пятку. Положите кисти рук на бедра, ноги вместе. 4, 3, 2, 1. Встали на носки, опустились на пятки. Поднимайтесь повыше. На носки, на пятки. На носки, на пятки. 4, 3, 2. Последний раз. На носки, опустились. Хорошо. Встряхните ногами. Теперь снова возьмите скакалки. Наконец. Да, берите их так. Продолжаем то, с чего начали. Вращение скакалками. Надо попотеть. Хорошо. Сделайте несколько глубоких, медленных вдохов. 4, 3. Фиксируем движение. И оборот, оборот. Вращаем скакалки спереди назад. Оборот, оборот. Базовый прыжок. Хорошо, приготовились войти вперед. Развели руки, поймали скакалку. И прыжок, прыжок. Отлично. Вперед-назад. И 4, и 3, и 2, и раз, и вперед. Назад, вперед, назад. Хорошо. Вперед-назад. Снова базовый прыжок. 4, 3. Возвращаемся к восьмерке. Оборот, оборот. Отлично. Оборот, оборот. Добавляем по два оборота с каждой стороны. Помните, всегда можно менять темп вращения и двигать туловищем и ногами, чтобы увеличить нагрузку. Усложняйте вращение. И три, и два, и раз, и в сторону, в сторону. В сторону, в сторону. Собрались и прыжок. Приготовьтесь войти. И 4, и 3, и 2, и раз. И прыжок, прыжок. Следующее движение, ноги врозь. И 4, и 3, и 2, и раз, и врозь. Вместе, врозь, вместе. Если вы только начинаете, можно взяться за скакалки и выполнять прыжки. Врозь вместе. Я так училась. Прыжок двумя ногами. 4, 3, переходим к восьмерке. Оборот, оборот. Добавляйте обороты. Очень хорошо. Это прекрасно развивает мышцы предплечий, кистей, голени, бедер. Это развивает все мышцы. Фиксируем движение. И 4, и 3, и 2, и раз. И оборот, оборот. Оборот, оборот. Делаем два оборота с переносом тела на одну ногу. Упор, оборот, упор, оборот.
Упор, оборот. Снова делаем восьмерку. В сторону, в сторону. Соединили ноги, прыгаем. Будем делать выпады. Приготовились. 4, 3. Входим в скакалку. И прыжок. Выпады. 4, 3, 2, 1. И ножницы, ножницы. Взмах, взмах. Еще немного. Хорошо. Еще взмах, взмах. Прекрасно. Прыжки двумя ногами. Приготовились. 4, 3. Делаем восьмерку. Добавляем обороты с каждой стороны. Отлично. Вы не обязаны вращать скакалки. Всегда можно взять одни рукоятки. Эффект будет таким же. Верно. 3, 2, 1. В сторону, в сторону. Переносите вес тела с ноги на ногу. Можно добавить интенсивное движение туловища. Переход, оборот. Прекрасная разминка для задней группы мышц бедер и ягодиц. Описываем восьмерку. И прыжок. Приготовились прыгать вперед-назад все вместе. 4, 3, 2. Входим в скакалку. Вот так. 4, 3. Прыгаем вперед-назад. Начали. Вперед-назад. 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 Разводим ноги. Начали. Брось вместе. Брось вместе. Отлично. Брось вместе. Теперь делаем выпады. Начали. Ножницы, ножницы. Можете вращать скакалку, а можете просто держать ее в руках. А можно выполнять прыжки, держа только рукоятки. Приготовились к выходу. 4, 3, 2, 1. И смешанное вращение. Так, хорошо. Дальше будем выполнять быстрые прыжки двумя ногами. Прекрасно. Ты сказал быстрые прыжки двумя ногами? Да, 4, 3. Фиксируем движение. Начали. В сторону, в сторону. Сейчас мы повысим уровень. Неплохая работа для сердца и сосудов. Добавим перенос тела с ноги на ногу. Гроссмейстер в работе. Все верно. Оборот, оборот. Добавим приставной шаг в сторону. Начали. Шаг приставить. Следите за четкостью движений. Приятно чувствовать тело свободным. Шаг приставить. Шаг приставить. Шаг приставить. Возвращаемся назад к восьмерке. Прыжки двумя ногами. Входим в скакалку. 4, 3, 2, 1. Прыжок, прыжок. Как можно быстрее. Давайте, еще быстрее. Вот так, еще добавьте. Быстрее, ребята. Хорошо, вот так. Отлично. Покажите, на что вы способны. Свободный стиль – цель всей жизни. Повторяем знакомые движения. При правильной технике в час сжигается 1000 калорий. А в свободном стиле сжигается 2000. Хорошо, выходим из скакалок, вращаем. Прекрасно. Отлично, замедляем темп. Перемещайте вес тела с ноги на ногу, если хотите. Это удивительно. Даже при замедлении темпа нагрузка остается высокой. Да, если хорошенько попотеть, сгорают 1000 калорий. 1000. Прекрасно. Ни за что не буду есть перед тренировкой. Работать надо на голодный желудок. Оборот, оборот. Хорошо, все молодцы. Положим скакалку на пол, сложили, кладем перед собой. Теперь разведем ноги пошире. Молодец, Джон. Как дела? Отлично. 4, 3, 2, 1. И вдохнули. Еще раз вдохните. Обопритесь на бедро, перенесите на него вес туловища, наклонитесь вправо. А теперь в другую сторону. Очень важно остыть. Хорошо, повернулись в сторону, обопритесь обеими руками, держите растяжку. Вот так. Теперь повернитесь в другую сторону. Хорошо. Выпрямитесь. Ноги врозь, вдохните. Выдох, еще раз. Вдох. Соедините ноги, выпрямитесь. Закончили. Всем большое спасибо. Молодцы. Так держать, спасибо.
Продолжайте прыгать. Спасибо. Келли Паккард, Эрик Нисс, спасибо. Спасибо нашим мастерам. Было грандиозно. Да, спасибо. Спасибо, парень. Молодец, Келли.